Привет! Сегодня обзор отеля Мовенпик Джимбарани. Я сейчас стою возле отеля и показываю вам торговые ряды, которые прямо примыкают к отелю. Это и торговый центр, там есть продуктовый магазин, несколько кафешек, магазин с сувенирами, и все это в одном шаге от лобби. Сейчас 7 утра, а уже через 2 часа и все вот здесь оживет. Возле отеля тут есть инфраструктура, есть магазинчики, Coco Market в 2 километрах, но есть более мелкие маркеты. Отель «Пятерка» открылся в прошлом году, в конце прошлого года даже, по-моему. Все новенькое, территория хорошая, красивая, бассейны отличные. Нам здесь очень нравится. Так, сейчас заходим в лобби. Да, деток такие вот качалки стоят, чтобы они не скучали. Здесь вас встретят музыкой традиционной. Лаунж-бар. Вид на залив Джимбаран. Мы не будем подниматься на самый верх, там еще закрыто. На самом верху, на пентхаус, можно сказать, на пентхаусе, есть классный бар, руфтоп. Там можно выпить напитки, покушать, и вечером показывают немое кино. Очень классная идея. Смотрим на территорию отеля сверху. Вот для деток тут есть уголок возле детского клуба. Вот такой отличный бассейн для тех, кто плавает. Там вдалеке виднеется залив Джимбаран. Вот этот вот длинный бассейн. Он, одна из его частей полностью усыпан песком, дно не просто там маленький слой, а хороший, что можно зарыться ступнями. Там есть несколько горок по типу мини-аквапарка. Территория красивая, хорошая. Пляж здесь в 5 минутах ходьбы. Мовенпик предоставляет вам пляжную сумку. Это очень интересная идея. В сумке полотенце, подстилка. И можно взять также зонт, так как пляж общественный. Зонтов там нет, за отдельную плату. Вы можете воспользоваться зонтиком отеля. На пляж также возят баги. У них есть свое расписание. Ехать там 2-3 минутки, но на самом деле пройтись не так далеко. Единственное, что если вы тащите зонт, мы сейчас выходим на первый этаж. Это ресторан для завтраков. Он большой, тут на улице столы и внутри. Завтрак очень разнообразный, очень классный. Есть и все, что есть на европейских завтраках, и немножко больше. Даже утка по-пекински утром, суши, очень много выпечки, много джемов, много. Большой выбор. Фрукты, выбор не такой уж и большой, но все очень вкусное. То есть были отели у нас в инфатуре, в которых очень много фруктов, но там они все недозрелые. Также фреши у них не разбавлены.
Вот такой при мини-клубе. Бассейн. По щиколотку. Там тренажерный зал. Можно взять велосипеды на прокат покататься. 60 тысяч за час. Вот это детский мини-клуб. Очень классно. Прям для Бали идеально. Детки тут могут находиться с 4 лет. До 4 лет они могут приходить с мамой или мамой. И подушки в бассейне плавают, их можно брать и на них плавать. Полотенце под роспись на номер комнаты. Полотенце выдают теплыми, у них специальная там штука. Много интересных мест для отдыха возле бассейна, как, например, на той стороне классный бар в бассейне. Ближе аквапарк. Туда же возле лежачков песочек сделали. Отель за свои деньги идеальный. Я очень-очень-очень рекомендую его вам. Спасибо.